Я же этим и закончил. Я когда говорил о правах владельцев животных, я сказал, что и в целом мы должны исходить из принципов гуманизма в отношении животных, в том числе и бездомными животными. Конечно, мы должны решать это цивилизованным образом, потому что мы знаем, допустим, нападение диких собак, в том числе на детей. И местные власти не могут делать вид, что это их не касается. Но решать эти проблемы нужно цивилизованными способами. Их много, я сейчас не буду об этом говорить, но они существуют.